Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова сели на проекте Родина Ролеплей, Центральный округ. У них здесь Кирилл Путбулов. Не забывайте вводить маник при регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет очень интересное, необычное видео. Я вам сразу говорю, то, что видео сделано в чисто развлекательном характере. Я не хочу там никого обидеть. Я не расист, если что. Просто получается, я следил за игроками, и там был ютубер. Был ютубер Арман, из-за которого бегал очень много подписчиков, и они разговаривали на своем языке. Я честно не понял, о чем они там толком разговаривали, но получилось очень смешно и интересно, поэтому я вам советую это все посмотреть. Не забывайте ставить лайки, там подписываться на канал. Если у вас плохое настроение, то я думаю, это видео вам его поднимет, поэтому возьмите просто, поставьте лайк. Давайте постараемся на этом видео набрать лайков, потому что я стараюсь именно для вас, снимаю такие ролики, монтирую, показываю вам самые интересные моменты, потому что показывать все я вам не хочу. Я вам всегда показываю только самые интересные моменты, поэтому иногда видео получаются такие короткие, потому что я вам показываю все самое крутое, интересное и основное. Поэтому, пацаны, просто возьмите, подпишитесь на канал, если вдруг вы не подписаны, поставьте лайк, потому что это просто секунда дела, пацаны. Вы думаете, да, зачем лайки ставить, типа смысл? Но для меня это очень хорошая мотивация снимать новые интересные ролики, поэтому просто возьмите там, поставьте лайк, подпишитесь на канал, заходите играть вместе со мной на Родину, Центральный округ. Вводите маник при регистрации, я вам помогу с началом игры, дам вам деньги. Также можете приходить на мои стримы, поэтому вся информация есть в описании. Просто залетайте на Родину, скоро выйдет лобалочка. Все, желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Что-то, пацаны, Родина немножко заболела, потому что я зашел в игру, обновил лаунчер, и у меня как-то все передвинулось, все какое-то не такое, как всегда. Широкоформатный режим я выключаю, но ничего не меняется, видите, как-то машины сильно узкие. Я не привык так играть, поэтому, скорее всего, на протяжении всего видоса будет вот такая вот картинка, потому что я вот захожу в настройки, нажимаю дисплей дополнительно, блять, не то нажал, дополнительно, и вот, я хочу, допустим, включить, да, я включаю... Ни хера не изменилось, да? Вот смотрим. Потом я хочу выключить. То же самое, захожу сюда, нажимаю выключить. Ну, вроде бы как ни хера вообще не меняется. И видите, все как-то передвинулось в одну сторону, как-то в кучу. Ладно, контент надо снимать, поэтому будем как бы вот с такой картинкой сегодня на протяжении всего ролика. Я не знаю, что произошло, я просто лаунчер обновил. Вот так вот все произошло, короче, я не знаю, что-то сломалось, походу. Может, конечно, не я один такой. Либо я один такой, я не знаю, короче, пацаны. Желаю вам приятного просмотра. Я погнал снимать контент. Будем искать интересных людей, интересные ситуации. И все буду это показывать вам. Ебать, это пиздюка просто. Ебать, мой рот. Ого, ебать, первый раз такой вижу. Все мента пиздят просто одного. Ё-моё. Ну, бля, их можно всех наказать за ДМЗЗ. Ну, это реально ДМЗЗ. Так, одного он убил, я так понял. Ну, блин, я потом видос пересмотрю, нахожу всех, кто ДМил в зеленой зоне. А сейчас давайте просто понаблюдаем. Ну, это реально пиздец. Смотрите просто. Что он, блядь, делает? Я просто в ахуе с этой хуйни. Это пиздец, реально, пацаны. Это просто пиздец. Но он реально не прав, то, что он на скутере как бы это все делал. Просто у меня есть фрапс, поэтому я думаю, можно его наказать. Сейчас я пересмотрю, накажу всех, кто демил, и накажу вот этого человека за то, что он нон-РПшил. Ну, в принципе, можно его сразу наказать. Я предлагаю наказать его надолго. Надолго можно, я думаю, его наказать. Но он вышел с игры. Он просто взял и вышел с игры. Хорошо. Короче, я вообще ни хера не понял. Тут есть ютубер, получается, Арман Хоффман. И он попросил выпустить людей. Бать, Арман, походу, не русский, как я понял. Они это вообще на своем языке разговаривают. Я вообще ни хера не понял просто. Давайте последим. Я вообще ни хера не понял, что они там тарахтят просто. Куда я просто попал? Я не понимаю, о чем они вообще говорят. Кто понимает, приведите, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам благодарен. Я просто реально не понимаю.
Это пиздец просто, реально. Я такой первый раз вижу. Мен ұрлатырна, ұрлатырна, ұрлатырна. Бәрің бергелі, бәрің бергел, пацаны. Бәрің бергелі, бәрің бергел, пацаны. Ну-ка, мы сен, пришли. Ебать, мой рот, я первый раз такое вижу. Толпа просто не русских людей. Я как бы, ну, если что, не хочу ничего плохого сказать, я просто реально первый раз такое вижу. Тут пособрались все не русские, понимаете? У тут тупо все, кто здесь, они все не русские. Я как бы, ну, не этот, как его. Я забыл, как я называюсь. Я не расист, как бы, просто, ну, я первый раз такое вижу. Это, конечно, жестко, пацаны. Что он делает? Чё, блять, он делает? Чё, блять? Ебать мой рот просто. Чё, блять, он сделал? Зачем? Он взял, просто убил своих подписчиков. Просто взял и убил. Я просто в ахуе, серьезно. Он взял, просто их убил и все. Не, возможно, это так было задумано, но я нихера просто не понял. Кто понял что-то, напишите, короче, пожалуйста, пацаны, в комментариях. Пиздец просто, блядь, куда я попал реально? Сегар это, по-моему, быстрее, да, если я не ошибаюсь? Я просто в ахуе, серьезно. Я просто в ахуе, блядь, ебать контент просто. Блядь, я такой, блядь, слежу, думаю, что за хуйня просто, я нихера не понял. Как он смог собрать своих подписчиков, да еще не русских? Тем более, сколько их тут? Человек, наверное, ну, где-то 10, да? Это просто реально пиздец. Я первый раз такое вижу, блядь. Я, конечно, все понимаю, но такое я вижу первый раз. Реально. То, что, но такое я вижу первый раз. Просто его бросил и уехал, блядь. Я в шоке. Нахер он его подрезает? Блять, пусть идет, отдыхает. Зачем он их подрезает? Ему делать нечего. На гелике я его наказал, в принципе, пусть отдохнет. На газоне чисто катается. Академик на минималках, блять. Ай, блядь. Не, ну конечно весело, пацаны. Я доволен то, что я их встретил. Ну, реально, это очень весело. Это интересный контент, я думаю, для вас, как и для меня.